Республиканский проект «Зорный поход» с 1966 года реализует ведущая педагогичная ВНУ Украины, Белорусский державный педуниверситет имя Максима Танка. Колишний поход по местах боевой и працовной славы белорусов больше за чем 50 годов вырос до масштабной историко-культурной акции. Цель этого мероприятия прежде всего почтить память павших в самой кровавой войне, Великой Отечественной войне, а также встретиться с ветеранами войны, с ветеранами Афганистана, посетить школы, рассказать о себе, провести мастер-классы для учащихся. Студенты и выкладчики педуниверситета – это только частка великого интернационального кола людей, которые, разбившись на 9 отрядов, за 4 дни наведают 9 районов у 5 белорусских областях. У их программе и профориентационные мастер-классы. Гости Пинска – отряд факультета эстетичной эдукации. Мы безумно рады, нас очень гостеприимно поприветствовали. Ожидаем, конечно же, драйва, веселье. Сирот удельников не только белорусская молодь, але и представники России, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и нават Китая. Наша миссия – это налаживать сотрудничество между нашими двумя университетами. А второе – это посещение мест боевой славы, возложение цветов. Ну и в последующем, конечно же, организовывать концерты и массовые мероприятия как на белорусской земле, так и, как говорится, у нас. Свой представник за межа есть и у складе отряда БДПУ. Иракский студент четверокурсник «Узорный поход по Беларуси» иде уже у третий раз. Его особистая мета – знакомство с белорусской национальной культурой. У меня есть много друзей. И много мне помогает. Спасибо, Беларусь. Для детей и выкладчиков Пинской детячей музычной школы педагогичный отряд подрихтовал презентацию, концертную программу и мастер-классы. Удельники «Зорного походу» наведают и иншие установы эдукации, а так само познакомятся с городскими славутостями и побывают на братской могиле. Апогеем же «Зорного похода» станет удел гостей во урочистом открытии свята «Молодежная столица года». Сёлета менавіта Пинск прымае эстафету гонорового звания «Адорши». Татьяна Бутгусейм, Диана Мишчук, Александр Зяченко, телерадиокомпания «Брест».